Приветствую вас, народ. Всем огромное спасибо за подписки. Вы прям жестко подписываетесь, молодцы. 20 тысяч подписчиков все ближе. Продолжаем в том же духе. В этом видео поговорим с вами про первый лот на аукционе, который стартует завтра в 12 часов. Также еще завтра, 16 февраля, игровые серверы и клановый портал будут недоступны с 4.30 до 10.30 МСК. Плановые рестарты серверов отменены. В качестве компенсации всем игрокам будет начислен один день танкового премаккаунта. Но если вы до 20 февраля в игру не зайдете, то вам не компенсируют один день према, имейте в виду. Уже микропатчи в игру закинули два танка, которые будут на аукционе. Первый слот уже на Азии и в Китае стартанул. Это Царь Обезьян. Царь Обезьян — это Monkey King, китайский S110, копия 121B. Честно говоря, в окне, там где ты на аукционе ставишь ставку, он мне нравится, как выглядит. Выглядит солидно в таких темно-золотистых цветах. Но то, как он выглядит в бою, в игре, это просто какой-то цыганенок, который обвешал себя золотом максимально как мог. Если бы он также выглядел в бою брутально и солидно, это было бы реально круто. Ну а так это просто что-то слишком яркое и неказистое, мне прям не нравится. Лично для меня это какой-то перебор. Этот стиль мне напоминает стиль на 122ТМ. Где такой же перебор свистоперделок на танке. Но что касаемо внешнего вида, это, конечно, все вкусовщина. Давайте поговорим про сам танк. 121B у нас есть и за боны в боновом магазине, и на глобальной карте на ивенте его можно взять. И он уже в игре находится очень давно. Да, у него там есть какая-то лобовая броня в башне, у него очень жесткий ДПМ, хорошее пробитие голдой. Точность и скорострельность, конечно, жесткие, но у ВНов нет, это китайский критосборник. Играть на нем реально тяжело, очень скиллозависимый танк. В рандоме их очень мало, поскольку играть на нем реально тяжело. Все карты перекопанные, и это не тот танк, на котором целевая аудитория этой игры будет кайфовать. На мой взгляд, 121B уже запихнули везде, где только можно было. Осталось только в прем-магазин за голду его добавить и просто за деньги. И тогда уже будет он абсолютно везде. Ну и последнее время вы заметили, китайских танков везде стало очень много. Вот бы еще апнули китайские ветки прокачиваемые, поскольку они прям ужасные. Мой вывод по первому лоту на аукционе, это танк чисто для коллекционеров, у которых еще и есть какие-то ресурсы. Поскольку танк будут либо за серебро раздавать. Минимальная ставка 20 миллионов серебра, это в Азии у него такая минимальная цена, и их всего лишь там 3000 штук. А в Китае его за 40 тысяч голды пытаются впарить минимально, и их тоже 3000 штук. Был бы он премиумный, я бы тогда сказал, ну, что-то какой-то прикол есть. А так это же просто акционный танк. На него максимум можно экипаж пересадить, без штрафа, с китайских СТ. У нас этих танков будет явно больше, чем 3000 штук. А вот за что его будут продавать, я, честно говоря, не знаю. Вряд ли его будут продавать за свободку. За свободку, скорее всего, наверное, будет прем-танк 8 уровня, как и в прошлый раз. В прошлый раз был ИС-3 СМЗ, а точнее ИС-3А Сапсан. В этот раз будет, видимо, за свободку итальянский прем-танк 8 уровня средний. Марс, не знаю, как он точно там будет называться, так и будет, что ли, Марс. Но это копия Прожетто М35 Мод 46. Вот этот Марс, скорее всего, и будет за свободку в аукционе. А на Короля Обезьян остается либо голда, либо серебро. Но мне кажется, за голду у нас его покупать вряд ли будут, потому что нахрен он нужен, вон он за боны продается, это 121B. Только потому, что это танк в стиле. Только поэтому его покупать за голду, мне кажется, его вряд ли раскупят. Вот за серебро, может быть, еще и купят те, у кого просто серебра столько, что его некуда девать. В таком случае я согласен. Может быть, его там и купят. На мой взгляд, по 121B, по Королю Обезьян, все, в принципе, понятно. Теперь давайте поговорим про восьмерку, поскольку ее, я так понимаю, скорее всего, будут за свободку выставлять на аукцион. И это копия Прожетто. Прем-танка 8 уровня итальянского, средний танк. Танк хороший, проверенный временем. У многих он уже есть. И здесь будет тоже стиль.
который не снимаемый, точно так же встроенный, как и в «Короля обезьян», как и в «Истории Аса Псан». И в прошлый раз такое подобное за свободку было, возможно, и в этот раз тоже. Поскольку я не знаю, зачем этот танк за голду, опять же. За голду, возможно, поставят какой-то новый танк. Но в микропатче добавили только эти два танка. Возможно, еще два танка будут старые, которые уже есть в клиенте игры, которые были на прошлых аукционах. И, возможно, еще какой-нибудь танк подкинут еще в завтрашнем микропатче. И вот он уже, наверное, и будет за голду. Точно не уверен, но посмотрим. Что один танк, что второй очень цыганские какие-то. Максимально в золоте. Но мне, честно говоря, нравится, что они хотя бы не такие, как Type 59 Gold. Потому что тот танк — это вообще просто максимальный бред. Танк, который полностью из золота, это какая-то хрень полнейшая. Здесь хотя бы какой-то стиль есть. Какая-то задумка, хоть как-то оно оформлено. Все равно вызывает вопрос, насколько оно расфуфыренное. Но это хотя бы что-то. Пишите в комментариях, как вам эти стили, «Король обезьян» и этот «Марс». Что-то в них есть интересное, но мне бы, конечно, хотелось, чтобы они выглядели более серьезно, брутально, а не расфуфыренно. Но, может быть, наоборот, именно такие танки заходят основной аудитории. Я же не основная, видимо, аудитория. Взяли ли бы вы такие танки за серебро и за свободку? Это вопрос интересный. Пишите в комментариях, как вам первые два лота. И какие будут следующие, есть у вас догадки или нет. На этом, в принципе, все. С вами был Варчик, играть красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи и пока.